Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новое видео. В этом видео я вам покажу свой, так сказать, измененный автопарк. Потому что, как вы знаете, мой канал взломали, и больше месяца не выходили видео по Мазингу, но я делал стримы на другом канале. Кстати, ссылочка будет в описании. Так что, пацаны, в этой серии я покажу вам свои новые крутые машины. Они реально годные, я вам всем советую на них посмотреть. Просто обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также можете вводить мой промокод, потому что за него вы получите деньги. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Давайте, пацаны, договоримся так. То, что вы набираете 100 лайков, и я выпускаю новую серию по Мазингу. Серии по Родине также будут, поэтому, пацаны, не расстраивайтесь. Фанаты Родины, игроки Родины, Родина будет. Я постараюсь выпускать 2 серии в неделю по Мазингу и 4 серии по Родине. Всем желаю приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Погнали! Итак, первый транспорт у нас это, получается, Дугати. Просто у меня на ней стоит заменка Ямахи, потому что Ямаха мне как мотоцикл нравится больше. Эта Дугати была куплена где-то месяца два назад за 3 миллиона 500 тысяч. Почему такая цена? Потому что найти Дугати в полном тюнинге, на полублатах, на святых номерах очень сложно. И я за нее дал 3 миллиона 500 тысяч. Я на самом деле не жалею, потому что если бы я покупал бы отдельно Дугати, тюнговал бы ее, покупал бы номера, красил, то это, мне кажется, обошлось бы мне еще дороже. Поэтому я очень доволен этой покупкой. Давайте вам покажу, что здесь все-таки по тюнингу. Прописываем карпас, и здесь у нас получается полностью тюнинг, целостность 95, год цена 1 миллион 500 тысяч. Следующая машина это получается BMW M5 E60. Моя самая любимая машина и мой самый любимый кузов у BMW. Я ее купил за 25 миллионов. Она была абсолютно стоковая. На ней просто стояли вот эти именные номера. 3S37. Именно за эти номера я отдал 25 миллионов. Я считаю, что это не очень дорого, потому что, ну, номер реально прикольный. Конечно, поначалу мне он не очень нравился, но потом все-таки я присмотрелся и такой, ну, вроде бы неплохо, нормально, короче, пойдет. И за 25 миллионов я купил, получается, вот эту машину. Ну, и я в нее вложил еще денег. Вложил я в тюнинг около 5 миллионов. То есть, вместе с покупкой с тюнингом, мне эта машина вышла в 30 миллионов. Вот что у нее по ПТСу. У нее стоит улучшение двигателя, антирадар, улучшение бензобака, целостность 95. Весь тюнинг на эту машину ставил именно я, поэтому я потратил на нее около 30 миллионов вместе с покупкой и тюнингом. Следующая машина, которую я купил, это получается BMW M5E60. Да, пацаны, я купил себе две BMW, просто на разных номерах. Одинаковые кузова, одинаковая модель, просто разные номера. Эту бэху я купил, получается, у подписчика за 15 миллионов. Я считаю, что это даже очень дешево. Реально большое спасибо подписчику, который продал мне эту машину. С ней ничего не делал, только ее перекрасил, сделал ее белой, номера AMR. Очень мне эти номера нравятся. Да, конечно, номера эти не очень ценятся, им цена максимум 20 миллионов, но сами номера и сама машина мне очень нравятся. Вот такой вот здесь ПТС, здесь стоит улучшение двигателя, антирадар, и больше ничего здесь нету. Целостность 95, ГОСКА 4,5 миллиона. Ну и последняя машина, которую я купил, это моя, наверное, самая лучшая покупка, как я считаю. Я купил себе Lamborghini, но не все так просто. У меня были деньги, и я хотел купить себе какую-то машину на фулблате. И продавали, получается, копейку на номерах 3К, 3-3. Я купил эту копейку за 27 миллионов, и потом, получается, снял с нее номера и поставил их на Raptor. Мне, короче, предложили обмен именные номера на мои номера. То есть у меня номера были 3К, 3-3 на Рапторе, а на X5 были номера Playboy, розовые. Ну, я подумал такой, типа, ну, можно, в принципе, поменяться, но чувак мне должен был доплатить. Доплатил он мне, если я не ошибаюсь, 4 миллиона. То есть, я ему отдал Raptor 3K 3-3, а он мне дал X5 на номерах Playboy. В итоге, я номера Playboy снял с X5. X5 я просто взял, слил на шахте, потому что мне эта машина не нравится, ее очень носит. И X6, как по мне, был лучше. В итоге, я пошел, накопил бабок, мне еще подписчики очень помогли. Я думаю, кто был на втором канале, где я стримы делал, тот видел, как я покупал ламбу, как я бабки копил там и так далее. Я пошел в этот салон, купил ламбу салона, поставил на нее эти номера, потом покрасил номер в красный цвет, потому что они были розовые.
и сделал на этой машине полный тюнинг. Я просто взял и сделал из него полный тюнинг. Чип я, если что, не покупал в СТО, мне его поставил Америкос. Сигнализацию я ставил, антирадар я ставил, улучшение бака тоже я ставил. Получается, пацаны, я купил АМР 3-3, БЭХУ, БЭХУ 3С37, Ламбу и еще купил Дугати. И все это мне вышло в 90 миллионов. Ну, плюс-минус. Плюс-минус 90 миллионов, пацаны. Это реально жестко. 90 миллионов. Это реально просто жестко. Я очень доволен своим автопарком. Надеюсь, вы тоже мне за меня рады. Реально очень хорошая покупка. Давайте теперь я вам покажу полностью свои машины. Все, пацаны, в принципе, на месте. Мурка на месте, Ешка на месте. М3 кабриолет на месте, Елик тоже на месте. Все машины, по сути, на месте, но прибавилось как бы 4 новые машины. Точнее, 3 машины и 1 мотоцикл. Пацаны, если что, я не выебываюсь, как можете вы подумать, потому что я уверен, кто-то напишет, вот ты просто выебываешься своими машинами там и так далее. Мне вообще похрен, пацаны, это просто игра. Я ни перед кем не хочу выебываться, кому-то что-то доказывать. Как бы вы знаете, что я на Мазинге играю 4 года, и я веду такой, знаете, дневник жизни, где показываю, что у меня нового там и так далее. Я думаю, многим было интересно посмотреть, что у меня изменилось за месяц на Мазинге, какое появилось имущество, что я продал, что купил там и так далее. Ну что ж, пацаны, вот такое вот видео, надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно просто ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте покажите, пацаны, хорошую активность, я надеюсь, что на это видео будет минимум 100 лайков, а лучше 200. Всем спасибо за просмотр, вводите мой промокод, все есть в описании. Всем пока-пока.